Это заключительная, третья часть подборки, в которой мы знакомим вас со звездами, ставшими мамами в 2015 году. Других знаменитых мам вы найдете по ссылкам на экране и в описании. Звезды, ставшие мамами в 2015 году, часть третья. Екатерина Климова, 37 лет. 2 октября Екатерина Климова в четвертый раз стала мамой. Отцом новорожденной малышки Беллы стал актер Гэла Месхи. Марина Александрова, 33 года. 29 сентября у Марины Александровой и ее супруга Андрея Болтенко родилась дочь Катя. У пары также есть сын Андрей. Анна Хилькевич, 29 лет. 15 декабря у актрисы Анны Хилькевич и ее супруга Артура родилась дочь Арианна. Наталья Медведева, 30 лет. 16 сентября в семье актрисы и ее супруга КВНщика Александра Коптеля родился первенец. Имя и пол ребенка не сообщается. Наталья Кикнадзе, 37 лет. 21 сентября в семье шоумена Ивана Урганта и его супруги произошло долгожданное событие. У пары родилась девочка, которую назвали Валерией. Дочка стала вторым совместным ребенком супругов и четвертым для Натальи. Полина Деброва, 27 лет. 27 мая в большой семье телеведущего Дмитрия Деброва случилось прибавление. Супруга артиста Полина родила сына Илью. Пара уже воспитывает двух старших сыновей, Сашу и Федю. Татьяна Дюжева, 34 года. 26 января в семье Дмитрия и Татьяны Дюжевых родился сын Дмитрий. Супруги уже воспитывают сына Ивана. Юлия Зимина. Весной 2015 года актриса и телеведущая впервые стала мамой, родив дочь Серафиму. Юлия Костюшкина, 35 лет. 10 декабря у телеведущей Юлии Костюшкиной и певца Стаса Костюшкина родился второй ребенок, сын Мирон. Пара уже воспитывает сына Богдана. Василиса Володина, 41 год. 3 января во второй раз стала мамой соведущая программы «Давай поженимся» Василиса Володина. Своему супругу Сергею она подарила сына Вячеслава. У пары уже есть взрослая 13-летняя дочь Виктория. Поздравляем всех мам и пап, а нашим зрителям желаем в свое время стать счастливыми родителями. Других знаменитых мам вы найдете по ссылкам в описании. Понравился ролик? Ставь лайк. А также подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые истории из жизни звезд и интересные подборки. Удачи!